уже и заправка у нас совершенно уже другая. Вот условия лучше, чем у всех. Приближенные к жизненным уже, да. Конечно, условия, они хорошие. Здесь есть и комната досуга, и какие-то творческие свои способности проявить. И, как вы видите, места размещения, они вполне удовлетворительны. Здесь они себя почувствуют немножко в других условиях. Эти условия, они приближены к домашним, они помогают восстановить утраченные бытовые навыки женщин, скорее им адаптироваться к жизни на свободе. Просто даже нет слов, как приятно и как дома.